Самое главное, что программа испытаний не останавливалась, она продолжается. Вот в то время, когда мы проводили совещание, один самолет находится в воздухе, испытания продолжаются. Поэтому, несмотря ни на какие проблемы, уверен, что этот самолет скоро, очень скоро станет в строй воздушных судов отечественной гражданской авиации. Мы в графиках, мы в планах. И двигатели самолета — это теперь больше электронное устройство. Вот последнюю неделю мы видим, что они видят друг друга, так что у нас есть уверенность в том, что в этом году на российских двигателях МС-21 полетит. Материалы квалифицированы, мы понимаем, что для нас это программа расширения поставщиков по всей линейке комплектующих, поэтому здесь тоже у нас идет все в графике. Мы считаем, что российское крыло в ближайшее время встанет на стендовое испытание. Мы вместе с кооперацией и российской международной, несмотря на пандемию, на ряд ограничений с этим связан, тем не менее эти испытания продолжаем. Достаточно серьезный блок испытаний был завершен на защиту от попадания воды в воздухозаборники, это маршевые, вспомогательно-силовые установки. Сейчас у нас идут сезонные начнутся испытания на имитации льда, на больших глокатаке мы провели полный комплекс испытаний.